Далее мы заканчиваем формирование принимающего лужи распорта, одномоментно проверяя пространство для фиксации будущей разобщающей мембраны. Мы подготовили принимающие лужи для барьерной мембраны. Теперь мы устанавливаем тентовый винт. Сначала нужно для него подготовить отверстие. Тентовый винт классически устанавливается непосредственно в дно лунки. Выполняем отверстие для фиксации тентового винта. Тентовый винт классически фиксируется на 2 мм ниже апроксимального края гребня дефекта. Приблизительно вот в таком положении. Теперь мы ранее регидратированную твердую мозговую оболочку, перфорированную, начинаем примерять в принимающем луже. Она будет зафиксирована орально и вестибулярно. Орально твердая мозговая оболочка будет фиксирована швами, а вестибулярно, скорее всего, винтами.
делается орально в кул иглы согласно технике тоннелирования. Проверяем свободное нахождение ниточки под лоскутом слизистым косичным. Выполняем петлю в твердой мозговой оболочке. И проходим вторым швом в равном направлении, тем самым фиксируя мембрану. Таким вот образом.